ставлю такие вот распорки. Для того, чтобы маска потом не сжалась, и можно было бы ее хоть каким-то образом одеть на голову. Левую глазу, когда как делал уже не первый раз. На этот раз слегка больше возвердителя, чем обычно, потому что хочется, чтобы побыстрее засохло все это. Не хочу долго ждать. Да и потому что у меня сейчас возвердителя еще очень много осталось. С прошлых разов прям почти темное получается. Особо буду стараться не задевать, потому что мне потом еще разбирать маски. Как только она укрепится, я их разделю на разные.
дополнительно все капли еще разочек промазываем, потому что этот картон я брал от бумаги для черчения, на ней капли скатываются все время. Пока высыхает, немножко промажу, чтобы потом не пришлось задирать. Поверхность была гладкая, как сама бумага была изначально. Ну, в общем, вот что получилось пока. Эпоксидкой два слоя сделал вот здесь, снаружи. И один слой изнутри. Уже такая довольно, ну, пожестче стала. Уже не как бумага, естественно. Теперь буду стеклотканью изнутри укреплять ее. Все обклеивать, чтобы она стала совсем жесткой. Как сравнимо с пластиком, чтобы было. Вот для чего уши прорезались. Чтобы здесь можно было укреплять. Если бы здесь была бы просто бумага, слой, внутри осталось бы, так остался бы слой бумаги, который снаружи и изнутри не укреплялся. А сейчас мы его сделаем прочным слой. Для чего укрепляю изнутри? Чтобы сохранить вот весь этот рельеф, весь этот рисунок изначально, на который потом будет наноситься всего лишь маленький-маленький слой шпаклевки, а кое-где он даже и не будет наноситься. И потом поверху краска. Посмотрим, что там будет дальше.